Вон он встал. Пошли. Бегом. Нас увидеть, нас он узрел. Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. И сегодня у нас в рубрике «Первый взгляд» игра, которая совсем недавно вышла в Стиме. Она называется «Лабиринт Медузы». Я хотел бы показать именно эту игру по двум причинам. Я еще ее сам не смотрел, я ее не запускал. Вот, причина номер раз, игра абсолютно бесплатна. То есть она вышла в Стиме, и она абсолютно бесплатна, и получила довольно лестные отзывы. То есть сказали, что для бесплатной игры на самом деле более чем достаточно. Любой может зайти в Стим и просто скачать ее. На самом деле это здорово, побольше бы таких игр. И второе, это у нас все-таки какой-никакой, но все-таки инди-хоррор. Вот, я, признаться, немножко соскучился по хоррорам, и хотя бы одну серию хочется немножко походить и побояться. Если вы хотите побояться вместе со мной, или хотите просто посмотреть, как боюсь я, у меня нервы порой просто не выдерживают, вот, то не выключайте это видео, мы сейчас это дело посмотрим. К сожалению, игра не переведена на русский язык, но надо думать, и русификатор пока что еще не готов, если он вообще делается, так что будем ориентироваться по ходу. У меня с английским, к сожалению, не очень, но я надеюсь, нам этого хватит. Итак, здесь у нас сразу на главном меню показано управление. VSD, Shift Sprint, инвентарь Tab. Тут у нас есть лук, это на двоечку, либо F. И есть факел, это на единичку и T. Контр присесть, пробел подпрыгнуть и мышкой. Ну, понятно. Ладно, ну что, поехали, что ли? Сейчас посмотрим. У игры довольно высокие системные требования, то есть немножко меня, конечно, это не расстроило. Я поставил все на высокие настройки, то есть не знаю, насколько все это дело хватит. Вот, ну, сейчас посмотрим. То есть я надеюсь, ничего тормозить не будет. Я, правда, еще ничего не запускал, тем более, если учитывать, что я еще и запись веду в Full HD. Да, там сейчас была какая-то надпись, я так полагаю, это была предыстория. Я даже стараться, честно, переводить ее не стал, потому что этот мой перевод был бы очень кривой. Тот, кто владеет более-менее английским, ну, я думаю, вы на паузе прекрасно посмотрите. Итак, ну что, вот мы куда-то приехали. Приплыли, пришли, не знаю. Так. Мы можем, собственно говоря, взаимодействовать с объектами левой кнопкой мыши. Ага. Здесь у нас определенные записки идут. Так. Отец мне сказал хорошие новости сегодня, но в его голосе не было никакой радости. Он сказал, что я могу выбрать, короче, что-то странное и невразумительное. Ладно, я сейчас, честно, я хочу просто пока что осмотреться, посмотреть, то есть эти записки, кому интересно, почитайте, пожалуйста, на паузе. Ну, понятное дело, что мне, наверное, наверх надо. Так, да, на shift мы прыгаем. Я, к сожалению, многие такие игры и не играю, потому что они на английском языке, у меня реально с английским делом. То есть одно дело, если это простой какой-то разговорный язык, но, как вы видите, здесь, ну, в подобных играх лучше переводить как можно точнее. Ну, здесь вообще какая-то разруха. Графончик такой средненький, я вам признаюсь, то есть, ну, вроде бы ничего не тормозит, вроде бы все нормально. Так, очередная записка, то есть это часть вторая. Так, ну я так полагаю, что, судя по всему, этот лабиринт у нас, то есть здесь мы будем находить определенные записки тех людей, которым не посчастливилось туда попасть. Не, ну понятное дело, что игра будет происходить... Ох. Это кто тебя так подергал? Ты вроде только что спокоен был. Фу, чупырный бабай, ты меня напугал. Я не заметил эту статую. Пока довольно-таки атмосферненько. Значит, он просто окаменел? Или просто такая статуя? Сложно сказать. Саундтрек, к слову, прям замечательный. То есть, уже радует. Так, хорошо. О, третья записка. Нет, это уже арка со второй запиской. То есть, похоже, где-то там
Остальные записки, наверное, пропустил. То есть, насколько я понимаю, это у нас парень и девушка. Которые, я так полагаю, они, наверное, внутрь попали. Но пока это чисто мои предположения. Не ругайтесь, что я все это дело не перевожу, потому что я лучше просто буду вдаваться в геймплей, чем буду сейчас вымучивать из себя кривущий перевод. Итак. Вот мы спустились. Похоже вообще на какую-то опочивальню. Дизайнерски прям сделано довольно-таки интересно. Так, давайте тут осмотримся сейчас. Так, здесь мы ничего трогать не можем. Так, у нас тут где-то был инвентарь, там было написано. Так. Факел пока еще тоже недоступен. Ну, ни о каком луке тоже речи быть не может. Так, а зачем я вообще сюда пришел? Не просто ж так, верно? Мне почему-то кажется, что дело вот в этой вот картине. Пока никакого взаимодействия... О! Вот так вот. Эх, может повернем назад, пока не поздно. Ну ладно, вот оно начинается. Сейчас тут ловушка захлопнется, чувствуется. Ну, как я и думал. Ну, окей. Достань что-нибудь. Ничего пока нету. Да, ну понятное дело, то есть нажмите контур, чтобы присесть. То есть нужно держать. Сейчас немножко потише сделаем, я что-то прям... Музыка была довольно тихо, а вот звуки такие прям очень-очень сильно горланят. Так, еще записка. Так, сейчас я в кран посмотрю. То есть, да, катакомбы были заперты. То есть, единственным вариантом какой-то был мост, я так понял. То есть, нужно найти. Вот там темно, а тут светло. Я пойду куда светло, ну, в баню. Что-то совсем тихо стало. Угу. То есть, таким вот образом можем заглядывать за угол. Пока на самом деле чем-то амнезию напоминает, реально. О, яблоко. Только явно, наверное, не свежий какой-нибудь там, залакированное. Свежему яблоку что здесь делать? О! Скажите, что это факел, а? Да, да, это факел. Я нечаянно его выбросил. Тут же свет везде потух. Ну, понятное дело. Ну, давай. Вот, другое дело. А потушить его как-нибудь можно? Это что, наверное, выбросить, да, вот так? Что за звуки? Может просто положить, непонятно. Так, тут никого. Пока тоже. Ну и слава богу, мне никого не надо. Мне гостей не надо. А, то есть.
Он просто бросает факел. То есть я пытаюсь нажать двоечку, думаю, может что-нибудь еще вытащить. Он просто факел бросает. То есть он... Ну ладно. Четвертая записка от девушки. Так. Это в темноте. Короче, она там что-то винит отца, зачем он это сделал, что в темноте кто-то есть. Ну, понятно, это я уже по звукам и так сам слышу, что здесь кто-то есть в темноте. Можно это поджечь? Да, можно. Ты что, выбросил факел-то? Что факел прогорает, что ли? Куда идем? Вообще неизвестно. Дорога только одна. Статуя. Какая-то девушка. Ну, понятно, надо думать, что с этого лабиринта, наверное, никто еще не выбирался. Живым. Стой, подожди, так это мы по кругу сейчас прошли. Мы вернулись к тому месту, откуда начинали. Так. Мой топографический кретинизм начинает раскрываться во всей своей красе. Пока иду вроде в то место, куда я еще не ходил. По крайней мере, я на это надеюсь. Там еще факел. Аркас. Так. Так, это там. Он нашел какие-то вещи. Так, здесь вот речь шла уже о луке. А, вот же лук, господи. О, какое дело. Так, если я возьму лук, факел бросится? Да, факел бросится. Так. Что такое? Колчан. А, это типа колчан. Вот что такое. Так, все понятно. Стрел надо забрать. А еще можно забрать про запас? Не, ну я хочу забрать больше одной стрелы. А, все, нужно просто ближе подойти. Так, ладно. Если я беру факел. Ой, тихо. Я могу подобрать снова эту стрелу? Ну, лук я, по крайней мере, не выбросил. Ладно. А вот стрелу я подобрать не могу. Немножко глуповато. Ну, не то чтобы глуповато, просто как-то уже более привык что-то к этому. О, теперь у меня еще один факел есть. Замечательно. Ну ладно. Не нравится мне это место, куда я ползу. А, ну понятное дело, это мост. Это мост, и нужно сбить. Так, ладно. Давайте возьмем лук. Прям берешь и бросаешь так вот смело, да? Как целиться-то, господи? Обалдеть. А, прицел там какой-нибудь. То есть вот... О, попал. Да, я вернусь назад, вдруг там стрелы обзавелись. А, сейчас два раза там обзавелись стрелы, конечно. Хотя чувствую, может быть, если я не попал бы, тогда мы, может быть, и обзавелись. Игра же не может так поставить тупик, верно?
меня факел почти погас. Дай-ка вернемся. А, все, он не просто погас, он прогорел. Он прогорел и помер. Так. Ладно, я взял новый факел. Пока я буду расходовать факелы. Пока, я не знаю, может быть их будет реально тут про запас даваться. Но если они начнут реально кончаться, тогда это будет уже проблема. Эй! Что за дела? Ну, взяли мне, задули все дело. Так. Опа. Там кто-то топает. Где мой лук? Так, а я могу его убрать в инвентарь? Ага. Будь у меня стрелы. И это, может быть, как-нибудь бы и сработало. Так. Он ушел туда. А он вернется? Это было, если я правильно все видел, что-то, блин, копытное. Уж не минотавр ли какой-нибудь? Я не могу от этого здесь. О. Другое дело. Я сюда пойду, я туда не пойду. Так. Аккуратненько так надо. Надо смотреть за проходами. Если там кто-то будет идти, надо, короче, сразу потом туда бежать и линять в эти проходы. То есть, я так полагаю, наверное, за мной туда не полезет, верно? Да и тут, признаться, и не спрячешься ты нифига нигде. О, смотри-ка, что нашел. Окей. Так, пытаемся понять, что здесь вообще еще происходит. Так, слышит, ой, боже мой, слышит какую-то мелодию, говорит, от этой мелодии идут мурашки по коже. Я, говорит, ненавижу все это. Ну, понятное дело, никакой карты нет, это же лабиринт, верно? Тихо. Мне не нравится, там свет потух, но у меня факел скоро прогорит. Не, на самом деле выбор-то у меня невелик, верно? Господи. Такая тень была. У меня вообще как бы есть еще один факел. Я все про него забыл. Обалдеть, а. А можно я назад отойду? И вот так вот, можно бочком встану? Мне что-то совсем не нравится. Сейчас оттуда вылетит кто-нибудь. Ладно, пока не выходит.
А тут просто все обрушилось. Я аж подумал, что кто-то стену проломил. Я так полагаю, лук здесь служит чисто инструментом, чтобы решать какие-то головоломки с веревками. Я так полагаю, как оружие он здесь просто будет бесполезен. Вот занесло ж тебя, вот занесло тебя. Так. Вот пришли. Так. Сколько у меня там уже их? Да, у меня 2 факела. Потрясающе. Аркас. Так. Аркас узнал какой-то там секрет про это место. Я, говорит, не могу так рисковать, я потерял ее. То есть они в какой-то момент шли вместе, насколько я понял, и потом они друг друга потеряли в этом лабиринте. Имеется в виду девушка, вот эта Алани или как ее там зовут. Мне не нравится это все дело. Поднимается, что ли, кто-то, не? Я не вижу. То и налево, да? Не видно нифига. Блин, мне страшно. Я должен туда спускаться, а? За что, а? Вот за что. Так. Еще одна записка Аргуса. Что-то не так с Кирайклосом. А, то есть их еще были здесь люди. Я спросил его про свою дочь. Он мне не ответил. То есть это, возможно, не парень, девушка. Возможно, здесь была его... То есть здесь вот этот Таркас искал, ищет свою дочь. Искал. Я вот не знаю, хорошая ли сейчас идея вообще зажигать факел, на самом деле. Потому что с одной стороны, факел может быть, будет просто привлекать внимание, и если эта тварь нас увидит, она просто убьет нас, то что увидит, ну, факел. А с другой стороны, может быть, факел единственный способ его отпугнуть. Вот, честно, вот может быть все что угодно, и... Может быть, это было в этих записях где-то написано. Вода сверху капает. Че, факел будем зажигать? Нет, в принципе, пока все видно. Давайте пока, наверное, не будем зажигать. Сэкономим. Вон еще один факел. Обалдеть, у меня их уже... А, ну да, один в руке, еще двое... То есть, я так полагаю, максимум 3 факела, что ли, можно взять. Хотя это, может быть, чисто мое предположение. Угу, понятно. Дальше опять ни шиша не видно. Ладно, поджигаем.
все в воде. Тут-то явно протекает вода. А можно как-нибудь затушить сейчас это дело? Вот я факел бросил в воду, а ему под пофиг, да? Ну ладно. Потому что у меня такое чувство, что здесь как раз-то такое место, где мы сейчас начнем прятаться. От этой твари. Пока никого не видно. Это лишь пока. Там вроде никого. Давай сейчас тут немножко пороемся. О, стрелы. Стрелы — это хорошо. Даже, сказал бы, замечательно. Там я вроде не вижу никого. Ладно. Я начинаю вспоминать, почему я в страшилки не играл. Потому что у меня реально потихоньку нервы не выдерживают. Так и хочется. Alt F4! Ну, вот такой вот я. Пона мать. Тихо ты, реально копытный, слушай, ты реально какой-то минотавр, а? Сюда придет? Давайте подождем. Слушай, да, он ходит там. Он там ходит. Сюда идет. Ой, твою. Бросай нахер факел. Вон он. Твою-то мать. Так, короче, надо его как-то обойти. Я надеюсь, он сюда не заглянет, на этот факел. Он здесь. Он тут. Вон он там. Ай, дуреть. И что мне с тобой делать? Не, ну да, думаю, что стрелять тебе бесполезно. Надо, короче, как-то мимо него пройти. Еще вариант где-нибудь здесь заныкаться. Я не знаю, насколько он хорошо видит. Сейчас он сюда пойдет. Пойдет. Так, давайте сейчас где-нибудь здесь заныкаемся. Тут. Когда он будет где-нибудь там, проскочим туда. Я на самом деле других вариантов не вижу. Он идет, он идет. Идет.
Вон он встал. Пошли. Бегом. Нас увидит, нас он узрел. Есть. Ай, убил. Я чуть-чуть не долез. Так. Далеко ли я? Так, где бы спрятаться? О, слушай, может здесь спрятаться? О, вот тут. Он туда уйдет? Да. Он, правда, по-моему, сюда тоже идет. Он ходит сюда, по-моему, тоже. Или здесь лучше? Фиг его знает на самом деле. А ведь на самом деле я почти добежал и туда, то есть там именно реально в тот проход надо было залезть и все. И мы бы от него слиняли. Сейчас он здесь не пойдет, пока я туда не подойду, пока мне не спалится. Он здесь меня как-то спалил, прям так, очень нехило. Бегает он, видать, очень быстро. Так. Че, еще раз попробовать только на этот раз вот здесь заныкаться? Вот тут. Я чувствую, что здесь у меня один фиг, он меня спалит. Фиг его знает, я не знаю, правда. Давайте там за углом попробуем. Ну, где он есть? Где он есть? Красавчик. Да, вон он. Ладно, что я тут стою? Давайте здесь подождем, вот здесь вот прям заныкаемся. То есть, чисто теоретически, когда он уйдет туда, можно будет пройти, если не шуметь. Да, вот он сейчас пойдет в эту сторону. Реально как амнезия, то есть, ей-богу, то есть. Как он меня не увидел? Я думал, все, смерть мне. Погнали. Ну его нафиг. Где-то здесь. Вон, туда. Я правильно здесь заныкался? Нет, да? Что, я не знаю. Давайте подождем, пока он уйдет. Он наступил на меня. По идее, он вот под этот вот не должен залезть. Все, он снова здесь. Пусть он сейчас обратно туда утопает, и я попробую здесь что-нибудь поискать. Вот чудище копытное-то, а.
Ой, меня узрели. И что ты мне с ним сделаешь? Ну, ты меня увидел. Вы видели, с какой скоростью он туда переместился сейчас? Он меня увидел сейчас, да. Вот только он залезть сюда не может. Ты настолько глуп? Он ушел. Ну ладно. Раз уж так уж. Все, нам сюда. Так, ну вроде ушли. Надолго ли неизвестно. Я так полагаю. Нам с этим дружком, наверное, еще долго встречаться. Я пока без факела иду, потому что, ну, я чувствую, факел реально нас будет палить просто очень сильно. Так, прыгать нельзя. Куда идти? И здесь тоже ничего нельзя сделать. Так, чё-то я не догоняю. А, вот как, господи. Все куда. Проще, чем я думал. Вот эти-то дыхания, а. Я не хочу факел брать, слушай, а? Ага, понятно. Да, тут стоят такие табуретки, но тут надо думать уже, куда идти. То есть, в смысле, другого варианта уже нету. Ну, ладно. Его, единственное, только по топу-то можно прям хорошо распознать. Я не буду пока факел брать. Да нафиг ты мне нужен? Мне и так все неплохо видно. Хотя, может быть, я без факела некоторые вещи, может быть, не смогу найти. Ну да ладно. Да ну тебя в баню. Нет, 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 уйди, уйди. Опять убили. Ладно. Давайте на этом закончим. Это было довольно забавно. Честно, мне было очень жутко. Я надеюсь, вам понравилось. Это был реально первый взгляд на Лабиринт Медуз. На самом деле, игрушка очень прикольная. То есть, как ужастик такой. Ну, видно, она скроена так, примерно на колени, но... неплохо с озвучкой. То есть, единственное, кстати, по поводу не озвучки, в смысле, а звук. То есть, музыка очень хорошая, но как-то подводит, с какой стороны слышно шаги. То есть, вроде слышно, что он где-то справа, а на самом деле, может быть, где-то слева. Я не знаю, но мне так показалось реально несколько раз, что если ориентироваться на слух, это может очень сильно подвести. И мне почему-то кажется, что это как бы не специально сделано, а, наверное, просто чисто небольшой баг. Ладно, так что если все, кто желает в эту игрушку поиграть, обязательно скачайте ее в Steam и поиграйте, она бесплатная, она в принципе как небольшой ужастик, вполне себе ничего. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте всем спасибо, всем пока.